Вітаю в ефірі студія «Репортер». Мене звуть Костянтин Гречанин. Сьогодні ми будемо говорити, звісно, про виборчу кампанію, чого нам очікувати, чи істотно зміняться органи місцевого самоврядування внаслідок виборів. У нас сьогодні в студії політичний експерт та головний редактор відомої одеської газети «Слово» Ігор Назаренко. Вітаю вас. Здравствуйте. Та Олександр Іваницький, депутат Одеської міської ради. Вітаю, Олександре. Давайте почнемо із виборчої системи. Те, що дійсно дуже хвилює багатьох виборців, вони не зовсім розуміють, як, особливо там от людей, які у віці, як вони за кого будуть голосувати. Ігоре, от на вашу думку, наскільки є доступною виборча система для розуміння звичайного виборця, так? І ну, наскільки буде помилок, от внаслідок просто технічних помилок, через які голоси не зарахуються? Ну, во-первых, оно сделано для того, чтобы оно было максимально недоступно, потому что как бы вот в мутной водичке очень легко ловить рыбку. И власть, собственно говоря, почему меняет то систему голосования, то избирательные округа, почему, для чего все это делается? Это все, давайте называть своими именами, это наперсточничество, которое позволяет каким-то определенным властным группам, естественно, уровня страны, потому что это не принимается на местном уровне, скажем так, удержаться у власти или расширить свое властное влияние. То есть ошибок будет огромное количество, хотя бы лишь только потому, что избирательные комиссии впервые столкнутся с этой моделью. Это первое. Даже если бы она была прекрасная, они в первый раз столкнутся, будут ошибки, людям надо учиться. Второй момент. Система максимально запутанная. Она вначале декларировалась, вот эти открытые списки, они начинали декларироваться еще с 2004 года, еще с первого Майдана заговорили о том, что будут открытые списки, что это такое, люди голосуют за партии, это торговля оптом, давайте людям показывать этих людей, за кого они голосуют. И тогда они, выбирая этих людей, будут выбирать, собственно говоря, партию. То есть известный тезис: голосуют не за партию, а за человека. То есть, ну, с точки зрения демократии это правильно, но во что это вылилось в итоге? В итоге это вылилось в очень сложную, запутанную систему, которая позволяет торговать местами в партии партийным бонзом. А вот эта вот сложная система, при которой наберется там 20% от квоты, квоту потом надо будет каким-то образом пересчитывать, то есть вначале надо собрать, собственно говоря, пересчитать все голоса, понять, за кого сколько проголосовали, чтобы понять цифру квоты. А потом еще пересчитывать квоты отдельно. А кто это и наберет еще такой большой? То давайте розповімо. Взагалі, от як система, да, Одеса поділена, от на прикладі Одеси, на 8 округів, так? Кожна партія може на округ висунути від 5 до 12 кандидатів, і людина голосує за партію, а потім обирає кандидата, так? І дуже можливий момент, до речі, багато от людей питають, да, що якщо от мені подобається отой хлопець, а партія подобається інша. Якщо ви голосуєте за партію одну, а за кандидата іншого, ваш голос не зарахується, це дуже важливо. Ну, це испорчить бюллетень. Вот поэтому получается вот штука, при которой, мы давайте уже, так сказать, не будем людей грузить ненужной информацией, при которой, как партийные руководители решали, кто зайдет от их партии в местные советы, так они сейчас и решают. И все разговоры о том, что бабушка не забудет, а она обязательно забудет поставить галочку, или поставить галочку не там, где надо, потому что она не привыкла к этому. Вот. Все эти разговоры — это разговоры в пользу бедных. То есть действительно человек может быть достаточно популярным политиком, а политиков у нас немного, их можно, наверное, на пальцах одной руки пересчитать. Вот. Если, допустим, такие люди у нас есть, то они, им, так сказать, грозит пролететь, потому что как бы они будут стоять не в том месте списка. Олександре, на вашу думку, як ви оцінюєте оцю виборчу систему? Да, от ніби з одного боку є те, що казав Ігор, з іншого боку, от виборці самі нарощують рейтинг своєму кандидату, якого вони симпатизують, так? І в той же час є система округів, де кандидата можуть поставити на той округ, де за нього відверто, ну, де в нього менша підтримка. От як ви це оцінюєте, все таку складну триєдину систему? Я можу предполагати. Оценка – это уже действительно более такой глубокий анализ, необходимо провести той избирательной системы, которая сейчас будет существовать. Я могу сказать лишь только об одном, то, что я понимаю, что на избирательных округах будут созданы огромные очереди, которые
опять же, будут связаны с тем, что многие люди будут приходить в первый раз, это новая система, будут пытаться ознакомиться, научиться, да, то есть это не будет же какого-то тренинга где-то перед избирателем, никто не будет объяснять этого, и зачастую те же бабушки, те же люди любого возраста, придя на избирательный участок, будут проходить короткий ликбез. И я больше чем уверен, что создадутся огромные очереди, которые в итоге повлияют на явку. На явку, что тоже может быть интересно каким-то политическим силам. Поэтому говорить о том, насколько это сложно, в четырех бюллетенях будет разобраться, если мы говорим сегодня конкретно про выборы в городе Одессе, то, наверное, действительно немногие люди смогут сходу разобраться в этой системе. Чи є, на вашу думку, ця система певним легальним елементом фальсифікації волевиявлення? Ну, как знаете, как с одной стороны, наверное, сложно будет уже четыре бюллетеня сложить в одну, как говорится, стопочку и незаметно бросить в скриньку, я кажу, да, это уже будет, наверное... Нет, кажу, самым легальным, так. Да, то есть это, наверное, будет сложно. Элементы фальсификации, ну, я бы очень хотел, чтобы их было как возможно меньше на этих выборах, потому что, ну, новая система, она действительно сегодня, возможно, может показать переход либо на качественно новый уровень нашей избирательной системы в стране в целом и тех или иных электоральных волеизъявлений, да, но тут же я могу сказать то, что вот, к примеру, эта система, когда начала практику на примере нашей соседней Польши, то действительно был отмечен факт огромной порчи бюллетеней. Огромной порчи бюллетеней не потому, что, ну, как бы классификация их была такого рода, что это кто-то делал специально, а это действительно по незнанию люди допускали много ошибок и, соответственно, эти бюллетени признавались недействительными. А вот это уже вопрос технологий, которые будут откатаны непосредственно на каждом участковом, на каждом участке, да, и, соответственно, в итоге подведут к какому-то тому или иному подсчету. Ігоре, от тільки вчора до Одеси завітали керівники правоохоронних органів, перший заступник Авакова та голова Національної поліції. Вони казали, що вже є достатньо велика кількість порушень. Це і підкуп виборців, і незаконна агітація, і масова зміна місця голосування. От, на вашу думку, наскільки брудною буде ця місцева виборча кампанія, і чи очікувати якихось там нових видів порушень? Ну, ничего нового не будет, потому что, в принципе, у нас достаточно большой опыт отработки этих нарушений, начиная там, с начала 90-х годов. Просто мы можем говорить о, скажем, какой-то части из них будет больше проявляться, какая-то часть будет меньше проявляться. Что касательно, допустим, именно Одессы, то я не думаю, что здесь что-то поменялось. У нас в стране действительно изменилась ситуация в связи с реформой местного самоуправления. Если раньше местные выборы были никому не интересны, ну, за исключением там городов-миллионников, да, то сегодня они крайне интересны всем. И это связано с тем, что страна меняет свой украинский административный устрой. Значит, ну, по сути, в общем-то, как бы ничего не меняется, но по форме меняется. И из-за того, что форма изменяется, возникает интерес к местным выборам. Поэтому нарушения будут. Эти нарушения, скорее всего, будут шокировать население, ну, больше провинциальной части Украины, где никогда люди такого не видели. Они с этим столкнутся впервые. Ну, а одесситы уже насмотрелись давно этих прелестей. У нас все по-старому. Особо нічого не міняється. Олександре, от ви вже, до речі, так знаходитеся у виборчій кампанії. Хотілося б вашу оцінку почути як кандидата в депутати, як діючого, власне, депутата. Ну, ви в вступительному слові, дійсно, ви правильно відмітили, що произошла изменение избирательных округов в городе, да, соответственно, да. Да, соответственно, произошли изменения и избирательных округов каждого из депутатов, и я вам скажу так, лично на своем примере есть определенный негатив, что люди не понимают, почему они изменили, там, грубо говоря, убрали у них своего депутата и их включили в какой-то другой избирательный округ. Это действительно люди не понимают и не понимают, кто принимает такие решения. Есть определенная доля такая серьезная негатива. Что можно сказать по нашему городу? Ну, я очень надеюсь в том, что у нас, как говорится, сохранится спокойствие в нашем городе в период и предвыборный, и
так скажем, при подсчете голосов. Да, кстати, такой еще элемент один, наверное, тоже, который будет сопряжен с этим, с этой избирательной кампанией, это будут, скорее всего, что очень долго считать бюллетени. Uh-huh. Это усложняет работу сегодня из участковых избирательных комиссий, и окружных, и наших территориальных. И корректировку, да, результатов. Да, то есть тут вот такие совершенно нововведения, которые, наверное, возможно понять только тем технологам, которые давно работают, так скажем, в избирательной среде. Я далек от этих, так скажем, махинаций или этих каких-то схем, которые там крутятся. Просто хотелось бы одного, чтобы тот голос, который пришел и принес свой человек, чтобы он был засчитан, чтобы он был учтен, потому что, как правильно заметил Игорь, сегодня интерес к местным выборам уже совершенно другой, чем даже 5 лет назад. Сегодня можем говорить, что, в принципе, та система, которая построена через местное самоуправление, это через, опять же, административную реформу и через реформу децентрализации, сегодня действительно изменило отношение к органам местного самоуправления. То есть они стали более полномочны, они стали более финансово спроможнее, будем так говорить. И, конечно же, многие финансово-промышленные группы заинтересованы сегодня уже не только в выборах в центральные органы власти, Верховную Раду Украины. Они уже заинтересованы и подобрать, так скажем, органи місцевого самоуправління під своє управління. У зв'язку із цим збільшення кількості депутатів Одеської міської ради там на 20%, фактично, чи буде на третину, так? Там, здається, на третину, да, до 84 людини, якщо я не помиляюся, буде. От, чи призведе це до більшої якості влади? Тому що нас на минулих виборах істотно скоротили, зараз трохи збільшили. Ні, не змінять ці системи. Тобто, ну, появиться, мабуть, якийсь люфт в ігрі формування більшинства в будь-якому місцевому совєті. Мабуть, так, скажімо. Тобто, появиться група людей, з якими прийдеться будь-якому міському голові або голові об'єднаної територіальної громади вважатися і відносити їх до сфери свого впливу, або до сфери впливу опонентів. Ігоре, от ви вже торкнулися теми такої собі адміністративно-територіальної реформи в нас, яка почалася, яка там на якомусь перехідному періоді, але в нас фактично з'явився третій рівень місцевого самоврядування. От, і чи зміниться центр периферійної відносини в Україні? І взагалі, як от ці вибори змінять розстановку сил між центром та регіонами? А никто не знает, потому что у нас никто не отменял украинскую народную пословицу «не сталося, як гадалося». Поэтому мы увидим, как он начнет работать. Мы увидим эту коммуникацию между центральной властью, между местным самоуправлением, между уровнями местного самоуправления, потому что это же все люди. Это люди, это отношения, это сферы влияния. Сегодня это уже финансово-промышленные группы, которые тоже уже нацелились на регионы. То есть на самом деле все будет очень сложно. На сегодняшний момент мы говорим о том, что есть некая идея. Эта идея закреплена в Конституции по-скоренькому, без обсуждения, без концепции. То есть вот, вот так вот утром проснулись, здрасте. Вот. А во что оно выльется, мы не знаем. Я, честно скажу вам, смотрю с оптимизмом на местные выборы в плане того, что должна в конце концов пройти уже вереница этих избирательных кампаний, президентской, Верховной Рады и, в общем-то, закрепление местными выборами для того, чтобы действительно начали выстраиваться отношения, начали выстраиваться связи и понимание между центральными органами власти и местными органами самоуправления. Потому что, ну, до сих пор как бы такое витает, скажем, в воздухе непонимание и недоверие центральных органов власти как к местным советам, которые были укомплектованы при предыдущей власти. Поэтому я очень надеюсь, что сейчас эта предвыборная истерика, избирательная истерика стухнет и начнут выстраиваться рабочие действенные механизмы взаимодействия между местными советами и центральными органами. В связи с этим, чи очікувати істотної зміни місцевих еліт за підсумками цих виборів? На вашу думку. Если мы говорим конкретно про наш регион? Про наш регион. Я думаю, особо не изменится расклад сил. Угу. Думаю, особо расклад сил не изменится. То есть, вы понимаете, а тогда в чем будет новый импульс для відносин? Смотрите, вы можете просто понять, даже вот, если отследить, так скажем, направление перебежчиков, да, из одной партии в другую, вы сможете понять, наверное, те финансово-промышленные группы, которые выливаются из одного политического проекта и вливаются в другой. То есть, по факту, они, в общем-то, хотят остаться в
в своем социальном поле, да, то есть хотят влиять на политику региона. То есть поэтому, как говорили, я опять же сказал, не украинская пословица, но мне кажется, что на манеже в итоге будут те же. А в чому тоді буде імпульс для нової побудови відносин між центром та регіоном? Возникне уже, так скажем, формалізований, фіналізований політичний контекст того, що завершилась избирательная кампанія в повному об'ємі. Тобто произошла кардинальна, юридично кардинальна зміна, законодательно кардинальна зміна всіх політичних еліт як в Києві, так і в регіонах. Тобто сегодня уже не сможет никто пенять на то, что, извините, ну, наверное, сегодня надо голосовать за тех, кто... Вы видите, как быстро меняется электоральная поддержка. То, что было рабочим еще год назад, и то, что считалось и поддерживалось всеми избирателями, сегодня уже это не воспринимается таким образом, как воспринималось год или полтора назад. Мы помнитаем президентские выборы, когда фаворит фактично за півроку, навіть меньше, с первого места потрапив на третий, ну, не вийшов у другий тур. Я вам скажу так, отпадут формальные какие-то принципы, по которым центральные органы власти не хотели взаимодействовать с органами местного самоуправления. Я просто как бы поясню. Если выражаться американской политической терминологией, то центральная власть воспринимала местное самоуправление как хромой уткой, которая идти через год на выборы. О чем с ними говорить? Совершенно верно. Сейчас эта проблема уходит. На вашу думку, что изменятся местные элиты? Они... Как в Одессе, так и в Украине в целом. Смотрите, значит, выборы — это инструмент, в котором без войны богатые люди демонстрируют свое право на власть. Значит, раньше в Средневековье они красиво использовали, так сказать, другие методы, да, более дикие. Сейчас мы живем в более цивилизованные времена. Сегодня для этого, для, так сказать, обозначения своего статуса используются выборы. Естественно, как бы, это, ну, это я так упростил, но и исходя из этого, если есть некие фигуранты, которые... и имеют финансовую, политическую возможность претендовать на власть через систему выборов, ведь пойдите выберитесь без денег, да? Смешно. Вот, поэтому, а тут даже многие люди с деньгами выбраться не могут, потому что не только деньги решают, но еще и некие связи, и группы, во власть идут группами, и это должна быть группа сильных людей, которые имеют свои... То есть, на самом деле, это такой многослойный пирог, и только на верхушке, уже мы переходим к образу айсберга, только на верхушке выборы. А вот вся невидимая часть айсберга, вы задаете вопрос про невидимую часть айсберга, с ней ничего не будет. Все будет по-прежнему. Ну, я попытался то же самое сказать, но более простым. Тонко. Якщо команда партії влади, Зе-команда, Слуга народу, не набирає істотної кількості голосів в ключових регіонах України, фактично йде тенденція до легітимації влади, делегітимації влади, чи очікувати нам в найближчій перспективі нових дострокових парламентських виборів? Ну, страна чекає їх. Уже это витает, ну, в воздухе достаточно долго. Ну, я скажу так, наверное, для экономики это не очень хорошо, и для такой-то стабильности и внешнеполитического вектора, и в целом в стране, наверное, вот эти вот постоянные перевыборы. И, конечно, я думаю, что как только состоятся местные выборы, включится обратный отсчет для... так скажем, в действующей каденции Верховной Рады Украины. То есть, ну, це погано, але вони это, будут? Ну, как сказал Игорь, действительно, то есть начнется понимание того, что раньше были мы хромая утка, а теперь хромая утка переместится немного в другое место. И почему? Вот просто я продолжу вашу мысль. Если провалит провладная коалиция. Совершенно верно. То есть они не смогут показать вот тот феерический результат, который был раньше. А как только он... Тут же проблема даже в том, что если они чуть меньше покажут результат, но будет явно видно уменьшение, все. Это уже провал. Они уже... Угу. При том, так скажем, при той полноте власти, которая сегодня есть у правящего политического бомонда, да, будем говорить так, они не имеют права показывать негативный результат. Все рычаги власти у них в руках. И если сегодня местные выборы покажут обратный результат, то, конечно, это будет сплошной негатив. Ну, будемо чекати, будемо дивитися, що відбуватиметься і в нашому місті, і в регіоні, і в нашій країні. Цікава виборча кампанія. Я вам щиро дякую, що ви прийшли до нас в студію за цікаву та відверту розмову. Ігор Назаренко, Олександр Іваницький, дякую. Спасибо. Спасибо. Це була студія «Репортер», її провів я, Костянтин Гречани. Залишайтеся з нами завжди цікаво.